А в деревнях и селах Казанского района проверили работу 15 павильонов подготовки питьевой воды. Коммунальщики промыли и дезинфицировали трубы реагентами, заменили картриджи фильтров механической чистки и расходные материалы, выполнили ремонт электрооборудования, запустили и протестировали систему, а также сделали лабораторный анализ воды, которую используют в пищу жители Казанского района. После очистки вода соответствует всем требованиям санитарных норм и правил.